Марик, я не тороплю, подумай. Подумал? Ну и давай, четко и ясно. Ответь, сколько у меня детей? 5. Может, чуть больше. Насколько больше? Ну, так, на всякий случай. А какой случай, девушка? Ну, вы меня тоже должны правильно понять. Ладно. Получайте. Сергей Захаров, футболист. Имеет все шансы попасть в сборную. Да кому не нужны футболисты? Что с них взять? Ладно, не хотите, как хотите. Держите, Валерия. Певец. Ну, это сразу нет, 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 нет. Сейчас такая чехарда. Кто его знает, кем он станет, когда вырастет? Ладно, перейдем к ВИПам. Матвей Левин. Человек работает в банковской сфере, люди его знают. Текущее состояние – более 5 миллионов долларов. Это только то, что задекларировано. Ну, гарантия какая-то есть, что это будет именно его ребенок? У меня поставки прямехонько из ЦКБ. Уважаемые люди сдают анализы, материалы маркируются, хранятся, как полагается, а потом уничтожаются или не уничтожаются, по моему усмотрению. Понятно? Ну, а можно вот так вот сделать, чтобы точно был мальчик? Просто я очень мальчика хочу. Мальчика все хотят. Уволен. Я считаю, что вот это не просто сделка. Это шаг. Шаг в будущее. Ведь что такое полимеры, а? Полимеры — это будущее. А во что же вкладываться, как не в будущее, а? Я полностью с вами согласна. Матвей Федорович, подписали? Я подписал. Молодец. С вашей стороны? Я пока нет. Подписывайте. Ручку мою верните. Простите, пожалуйста. Матвей! Матвей! До свидания. Матвей, слушай, ну так же нельзя! 500 000 000 кредит! Ну, зачем так-то? Лёня, я с тобой 20 лет, как с ребенком. Ты знаешь, что такое перенасыщение? О, не знаю, да? Так вот, через месяц полимеры обвалятся, и кредит мы не получим. Я вот знаю, о чем ты думаешь. Знаю!
Ты думаешь, я уже вообще, да, сумасшедшая? Меня можно списать со счетов, да? А то устроить этот цирк и порвать все на глазах. Я тебе говорю, успокойся. Посмотри на меня. Смотрю. Может, тебе на пенсию пойти? Ну, я обижайся. Я... У тебя, кстати, день рождения сегодня. Я тебя поздравляю. Не злись. Вечером заеду, погуляем. Все. Пять Индаст Промоушен, затем Министерство, потом короткая встреча на ногах с Куницыным, и надо не забыть определиться с подарком Леониду Евгеньевичу. Модельку ему купи. А мисс Саратов можно или федерального уровня? Кораблика, модельку. И еще у вас в графике стоит совещание по стартапам, но я не помню, когда мы его назначали. Ну, поехали, посмотрим. Да, хорошо. Вроде бы тот. Матвей Федорович. Простите, я знаю, у вас плотный график. Я постараюсь не занять много времени. Меня Коля зовут. И что? Если коротко, я ваш сын. Я понимаю, звучит несколько дико. Я бы, наверное, офигел, если бы ко мне так заявились. В общем, когда-то давно вы сдавали комплексные анализы и... Как ты это сделал? Ну, обычно используется метод... экстракорпорального... Как ты влез в мой график? А так это просто. У вас учет в календаре к аккаунту привязан. А он простейший MITM скрывается. Дальше подменяем сервак на фантом и пишем чего угодно. Нет, я пытался по-честному прием записаться. Меня ваши помощники послали. А я думал, мы пообщаемся как-то. Тебя как? Николай, Коля. Ты у меня уже седьмой, Коля. И вот чтобы такие хитророжденные, как ты, не могли имущество отца наследовать, я давно перевел все на своего партнера. Так что взять с меня нечего. Матвей Федорович! Ты хакер? Хакер. Давай так. Значит, найди всех братиков и сообщи им, что ко мне больше не обращались. Справишься? И вот со всем этим прекращай. Да я просто хотел... Матвей Федорович. Леонид Евгеньевич. Что, Леонид Евгеньевич? Два часа без меня прожить не может. Ну, что тут сказать? Я, наверное, ближе всех эту утрату принимаю. Леня, без преувеличения, был для меня самый дорогой человек. В нем фактически вся ценность моей жизни заключалась. Это огромная утрата. Собери юристов, буду решать, на кого вместо Лёни банк вешать. А это кто? Как дочь Леонида Евгеньевича.
рейс из Лондона задержали. На похороны не успел. Такая большая? Пригласи ее ко мне. Надо же как-то утешить, пока не улетела. Так она и не улетит. Ей по поводу наследства вопрос надо уладить. Какого наследства? Я хотела приехать весной, но компания с Леей не проходила. Может, есть время, но... Привет. Здравствуйте. А ты повзрослела. Я тебя вот такой помню. Это было 25 лет назад, Матвей Федорович. Да давай, Матвей. Мы ж с твоим папой как инь-янь. Не разлей вода. Он говорил. Ну, ты не переживай. Лети в Лондон. Ни о чем не думай, я тут разберусь. Я ж тебе теперь как отец. Ну, или как друг. Там видно будет. Матвей Федорович, я до вступления в наследство никуда не собираюсь. Мы с вами теперь партнеры. Познакомьтесь, мои адвокаты. Ну тогда давай проясним. Мы не партнеры. У вас с моим отцом все пополам было. Формально. На бумаге. А в реальности все мое. Я его всю жизнь нянчил. Ну, теперь-то вам проще придется. Время свободное появится. Я человек самостоятельный. Спасибо за соболезнование. Ты еще здесь? Да, что? Закругляйся. Мы скучали. Как день прошел? Поделишься? Я ни с кем, ничем не хочу делиться. Идите домой. Так, я приехала в среду в 23:40. Значит, ровно 53 часа. 530 тысяч. Держи. Это же много. Депозит. Ну и где машина? А, понятно. Уволен.
простите, но вас сказали не пускать. Сказали? Кто сказали? Ну, Ирина Леонидовна сказала, что... Это кто? А, понятно. С козырей зашла девочка. Открываем. Я не могу, меня уволит Матвей Федорович. Ты что, меня решил расстроить с утра? Открыл быстро! Так, вам что здесь, работа надоела? Ну-ка, подошли ко мне! Все, бегом! Давайте, 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 ребятки, давайте. Ну все, у вас начались неприятности. Впереди не считай беды. Она там? Это Ирина Леонидовна. Позови мне ее. Быстро. Да, Матвей Федорович. Ирин, я, конечно, сочувствую твоему горю, но есть же какие-то рамки. Я вам честно предлагала половину. Вы отказались. Да потому что это мои банки! Были, пока вы не решили отобрать у меня наследство. По документам все банки принадлежали моему отцу. Ты войны хочешь? Я говорю, ты войны хочешь? Война, значит, война. Сейчас я... Стой! Что она сказала? Вы здесь больше не работаете. Ее адвокаты вроде как ваш пропуск аннулировали. Ну все. Гиря дошла до полу. Она что, краев не видит? Будет же забастовка какая-то, 100%. Ладно. Помнишь этого хакера? Из кафе. Угу. Найди мне его срочно. Боюсь, что Ирине Леонидовне может не понравиться. Все? И ты слила меня, а? Зарплатку-то хоть накинули? Ну. А я тебя хотел в любовницу переводить. Ей несешь? Не урони. А... Ну, красавцы! Молодец! Что он тебе обещал? Повышение. А что он собирается делать? Не знаю. Попросил контакт сына. Сына? Ну, здравствуй, сынок. Уютненько у тебя тут. Как мамка? Разбогатела? Она умерла. А батя? А. Ну ничего. Зато теперь мы друг у друга есть. Не чужие люди, правда? Чего вам надо? Ничего.
На родного сына посмотреть не могу. Да в сети уже народ вовсю обсуждает. Пишут, руководство банк сменилось. Поскольку единственное, что вы обо мне знаете, это то, что я умею взламывать чужие учетки, предположу, что вам нужен хакер. Деловой разговор пошел. Ну хорошо. Наследство хочешь? Вообще-то не ради наследства. Миллиард будет твой. Да? А каким образом? У вас ничего нет? Во Франции, в одном сейфе, лежит расписка, по которой все имущество принадлежит мне. И будет лежать до тех пор, пока одна, даже не знаю, как ее назвать, не вступит в наследство и получит доступ к ячейке. А у вас прям миллиард? У меня 4 и долларов. У тебя будет 1 рублей. А-а-а. Ты давай не акай. Это ярд. Ну да. Просто там как бы банк надо грабить. Ты не зависай, хакер. Это мой банк. Если расписка у нас, все. Это уже не ограбление. Предложение, мягко говоря, неожиданное. А кто-то еще участвует? Вот это и будем выяснять. Всего 17 мальчиков, может, немного больше. В начале 90-х, если у матери гражданства не было, в роддомах даже не регистрировали. Ты что, и гастарбайтерам мое наследие продавал? А я врач. Я давал клятву помогать всем. Ну и где все эти прекрасные новые люди? Вы что ж думаете, я совсем тупой? Есть, нашел. Здесь только имена клиенток, но я сейчас пробью, не проблема. Ты не тупой, ты беспринципный. Вот есть в тебе какая-то прелесть. Так, одного нашел. Карабаев. А, нет, это в тюрьме. Жаль, наш вариант. Он человек съел. Это в маму. Можно меня обратно в исходное? Расставим приоритеты и пойдем по списку. Для нормальной операции достаточно 5-6 штук. Угу. Марк Захарович, не беспокойте, девочки. Полицейский есть один? Нет. Юрист? Нет. Дирижер? Строитель. О, подожди, верни, верни. Вот это может пригодиться. Начал, а? Кто это разбирать-то будет? Понабрали дебилов, уродов, придурков. Чё ты вылопился? Сиди давай в кабине за работу. Ты чё, падла, делаешь? Опусти мне стволы! Ты чё делаешь? Падла, а? Тварь! Ты чё делаешь? Раз, я тебя потерял! Иди на место! Уволен! Расклад такой. Я страшно богат, но деньги в банке, так что придется брать на себя уголовку. Это плохая новость. А теперь хорошая. У тебя появился папа, а папа в беде не бросит. Решай. Ладно, другого попробуем. Я в деле. Николай. Георгий. О. Уверена, этот на учете в психдиспансере. Может, как-то без него? Ну а что?
Один черный, другой лох, третий псих. Мам не выбирает. Черный я? Нет. Спасибо. Ёшкина мать, если не очнётся. У меня еще 17 таких. Эдуард Лапшин. Пишет, что психолог. О, этот ко мне приходил. Умный. Пригодится. В смысле, я? Ты тоже? Что проносится в нем? Что у вас в сердце? Что владеет вашим разумом? Что? Неважно, какие грехи у вас были до вступления в братство. Важно лишь найти в себе силы отречься от них. И от мирских благ, тянущих вас за собой в глубины ада. И сегодня я приветствую нашего нового брата, Петра Лобанова, пожертвовавшего ради Отца нашего Небесного крупную сумму. Спасибо, брат. И помни, что эти 12 тысяч рублей ты бы все равно потратил на мирское. Напоминаю, что пожертвование за июль принимается строго до 22 числа, ибо двойственность двоек символизирует двуличие нечистого. Спасибо, братья и сестры. Пожалуйста. Спасибо. Храни вас Господь. Узнаешь? Отец. Отец земной. Остальных братьев увидишь попозже. Я весь внимание. Молодец. Жадные быстро учатся. Благодарю. Языки знаешь? Английский, французский, немецкий со словарем. Welcome aboard. Что же моего-то у вас? Ну, ладно. Прошу внимания. Прежде всего, хочу поблагодарить... Колю. Который предоставил свою чудесную квартиру для нашей семейной встречи. Во-вторых, хочу поблагодарить своих детей, которые здесь сегодня присутствуют. Остальные — неудачники. И они об этом уже жалеют. А у вас есть шанс. Кто-то купит бульдозер, кто-то выйдет из секты
и найдет нормальную работу. Отец на всемогущий избавь от страдания это тело! Ну, а кто-то просто подлечит голову. А я? Ну и ты тоже что-нибудь. В общем, у всех все наладится. Но для начала вам надо усвоить некоторые правила. Правило первое. Как ко мне обращаться? Папа. Пока рано. Матвей Федорович. И второе правило. Когда я вхожу, люди встают. Это обязательное правило. Нарушение будет караться штрафом. Прошу садиться. У меня только один вопрос. Мы как попадем в банк? Да еще во Франции. Скажем так. Нам нужен стартовый капитал. Последние точки инкассаторской отходят в 15:40. До банка 17 километров по пробкам. Значит, 50 минут их не хватится. В случае нападения, по инструкции, они остаются рядом с наличными, из машины не выходят. Но мы ведь не собираемся грабить инкассаторов. За это же можно сесть. Вот поэтому ты будешь отвечать за покупку масок, чтобы нас не опознали. А ты, Гога? Георгий. Да. Угу. Ну, это денежку выделим. Угу. В общем, грехи отмаливать не придется, так как броневик перевозит мои деньги. Главное, без беспредела. Как? Без беспредела. Георгий, пушку у него заберешь. Покупаем 6 глушилок сотовой сети. Они в свободном доступе. Братуль, ты заснул, что ли? Давай быстрее. Масло в норме. Мотор работает как часы. Масочки приехали. Маска представителя олигархата. Узнаваемость и реалистичность – наши козыри. Находясь в стрессе, жертва будет подсознательно сконцентрирована на факторе узнавания образа и диссонирующим с ним характером поведения объекта. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Авторадио. Движение. Только вперед! Еду! Начали. По
парни, пятерка, есть взаймы до зарплаты? Откуда? Ну, не до зарплаты. Пару дней там перехватиться, потом перезайму. Да вот, Мишок, чем мало что. Угу. Смешно. И Авторадио, и уверен, впереди нас ждет только удача. Эй, эй! Давай назад. Что происходит? Так, из машины не выходим. Подмогу вызывай, сиди. Пятый центр. Пятый центр. Welcome aboard, детки. Че, поднимаешь, что ли? Что-нибудь Эвакуатор поставили, что ли? Иди работай, агитатор. Друзья, я знаю, что вы сейчас не в комфортной ситуации. Вам известно, что в 90% случаев, когда инкассаторы открывали двери, это заканчивалось их гибелью. Но поверьте, сейчас не тот случай. Послушай теперь меня. Вы пытаетесь обнести банк Матвея Левина. Если он об этом узнает, я не хочу оказаться на твоем месте. Ты понял меня? Я пробовал, но они сейчас в стадии отрицания. О, и вы туда же, Роман Аркадьевич. А так узнаешь? Шеф. Выходи. Здравствуйте, Матвей Федорович. Значит так, делим деньги пополам. Да хоть все забирайте. Мне бы только пятерку взаймы до зарплаты. Спасибо за службу. От души. Гуляем. Пока никаких следов. Понятно. У меня есть задание службы безопасности. Прекрасное образование, 3 языка. Лучший вариант. Шефа, бывшего. Хорошо знаете. Один раз поздравлял по электронной почте с днем рождения банка. Все? 53 года, не женат. Есть множество незаконнорожденных детей. Официальное имущество практически не имеет, за исключением редкой монеты и мустанга Шелби Элеонор 67-го года. Она мне нравится. Влезаем под логином. Ваша помощница. Ага. Открываем календарь. Здравствуйте. Николай? Кто? Куда? Понимаю, что это дико звучит, но я ваша сестра. А, ну, классно. Так вы же не был в списке. Я нашла вас через перинатальный центр.
Дело в том, что наши матери были клиентками одного врача. Перинатальный центр, а? Да ты... Вы зайдите пока. Здрасте. Это еще кто? Это сестра. Я подумал, вам интересно познакомиться будет. А вы, я так понимаю, папа? Очень сомневаюсь. Не похоже. Да как будто Жор похож. Георгий. Откуда девочка? 17 парней у меня врач сказал. Только мальчики. Может, он про меня забыл? Может, и забыл. Была девочка. Правда, затерялась где-то. 97-го года. Из последней партии. Нет, больше никого не забыл. Только мальчики и девочки. Допустим. Ну что, дочка тоже хорошо, а? А может, она тогда, ну, как бы с нами? Вот что, доченька, я очень рад, но семейный ужин будет в другой раз. Да как скажете. Я сразу поняла, что мне здесь не особо рады. Ну, ты умничка. Ну, прощайте, что ли, папа. Зря пришла. Ну-ка, стой. Иди сюда. А ты способная. Монетку верни. На память о вас взяла. Прошу прощения, я тут подсчитал. Если мы ее возьмем, то каждый из нас получит на 50 миллионов меньше. Ты не мелочистый. Ну, а ты как? Готовить-то умеешь? Матвей Федорович. Не спится? Да как-то не очень. Можно вопрос? Валяй. А вы когда-нибудь сами нас пытались найти? Ну, кого-то? Ты ж большой мальчик. Должен знать. Отец — это не биология. Отец — это тот, кто научил, воспитал, выкормил. А с вами? Ну, нашел бы я тебя. И что? Я всего в жизни сам добился. И вы добьетесь. Если меня слушать будете. Но у вас же и других детей нет. И слава Богу. Что, никогда не хотели сына? Ну, или дочь там? Иди спать, Олежек. Завтра рано вставать. Я Коля. А Олежек — это псих, который стволы любит. Я запомню. Обязательно все это тащить? Они же одинаковые. Во-первых, они разные. Во-вторых, хоть один помнешь — лишу наследства. Добрый день. Добрый день. Ницца. Простите, отец, а что это?
Свобода с распущенными волосами. А когда нормальные бабки пилить будем? Ну что, мы зря, что ли, подставлялись, а не куда? А что, мы зря инкассаторов, что ли, грабили? Я-то не грабил, я за столы отвечаю. Инкассаторы — это так, тренировка. Теперь, если кто-то решит уйти из семьи, не забывайте, на нем статья. У вас багаж будет? Все с собой. Приятного полета. Спасибо. Ну что, детки, время ходить по-большому. Кукать надо было раньше. Вперед. Проходите. Вы? Давайте помогу, а? Спасибо. Проходите. Плитка. Классно кладут. И где наша машина? Как же без вас было хорошо. Стой! И как мы это ограбим? Ну как? С пушками? Я так понимаю, это 19 век? Здание построено в 1860 году. Архитектор Паскаль Кос. Я потратил 2,5 года для того, чтобы получить разрешение на покупку. Так вот, обратите внимание. Разведка. Куда? Ну, куда? Сейчас все завалить. Куда? Стоять! Он что, маску надел? Остановить его? Да как ты его остановишь? О. Приехали. Да вон он идет уже. Короче, фигня, война, пушки, там детский сад. Котик, скажи, а ты маску зачем надел? Чтобы не узнали. А кто ж тебя здесь узнает? Береженого Бог бережет. А почему этот кретин должен получать такую же долю, как я? Так я ж пушки достаю. Друзья, вопрос. Откуда он здесь берет вообще? Это дар, брат. Окей, скажите мне тогда, как миллиардеру, жить я хотя бы не в микроавтобусе буду? Есть скромный домик на берегу моря. Отлично.
Так. Не расслабляться. Планерка через полчаса. На мой этаж не заходить. Ирина Леонидовна, вам завтра с утра на встречу. Я еще не закончила. Эти бумаги могут и подождать. А с Матвеем Федоровичем, может быть, как-нибудь по-другому? Нет человека, нет проблем. Разрешайте? Мой банк считается одним из самых надежных в мире. Само хранилище внутри, в стальной капсуле. А охрана? Охрана работает посуточно. Полицейский участок в 5 минутах. А с опытом боевых действий кто-нибудь есть? Начальник службы безопасности. Хранит огнестрел прямо в рабочем кабинете. Отмороженный на всю голову, почище нашего Олежика. Алло? Но каждый день, ровно в 13:20, он проводит полчаса в кофейне рядом с банком. Это наше время. А что с камерами? Камеры в инфракрасном режиме работают везде. Но в этом наш плюс, так как дорогая Ирина Леонидовна не подозревает, что мы сюда ударим. Другими словами, она не думает, что мы конченые идиоты. А мы, конечно, идиоты, и в этом наша сила. Именно. Стадо баранов под командованием льва легко справится со стадом львов под командованием... Барана. Прайда. Чё? У львов прайд. А где находятся ячейки? Ячейки. Находятся за кольцом охраны. Доступ туда строго по одному. Но я знаю, как туда попасть. То есть родных детей в свой план вы посвящать не собираетесь? Я правильно поняла? Правильно. Ты вообще у нас тут самая умная. Еще бы молчала, цены бы тебе не было. Старший говорит. Молодец. Машину угнать сможешь? Это еще зачем? На случай, если что-то пойдет не так. Для этого у нас будет дежурить группа. Дельта. Дельта? Серьезно? От полиции до банка одна прямая дорога. Задача... Дельта. Заблокировать ее. А я? Ты отвечаешь за видеосвязь с... Альфой. И отключение энергосистемы. Как только видим расписку, ты гасишь свет. У нас 3 секунды. Дальше включается резервный генератор. 3 секунды? Достаточно, чтобы подменить папку. Попробуем. Зануда. Так, теперь по матчасти. Мне потребуется... Рыба, грузовая фура, стельки с подогревом, газоанализатор, костюмы химзащиты и самоклеящаяся пленка. А пленка зачем? Добрый день. Люди, побольше есть? 10. На 10 сантиметров. Да. Понял.
Себом. Отлично. Артист есть среди вас? Тогда ты пойдешь. Фарширует рыбу. А зачем? Я не знаю. Вы сделали прекрасный выбор. Поверьте, ни в одном другом банке мира вы не получите такой гарантии безопасности. Я надеюсь, за такие-то деньги. Если что-то понадобится, я буду за дверью. Спасибо. Прошу прощения, месье. Приехала Ирина, наследница Леонида. Почему вы не предупредили о своем прибытии? Мы бы вас встретили. Я не хотела, чтобы кто-то заранее знал о моем визите. Чем я могу быть вам полезен? У вас есть ячейка, принадлежащая Матвею Левину и моему отцу. Да, такая ячейка есть. Они открыли ее вместе. Отлично, я бы хотела на нее взглянуть. Откройте ячейку. До вашего вступления в наследство это исключено. По правилам, ее можно было вскрыть только в присутствии месье Левина и вашего отца. Свободно. Можете идти. Послушайте, дорогой, эта ячейка крайне важна для меня. Ее необходимо открыть прямо сейчас. Взамен вы можете стать моим младшим партнером. Простите, я слишком дорожу своей репутацией. И изменить своим принципам было бы для меня преступлением. Тогда с сегодняшнего дня усильте охрану. Не бойтесь, у нас безупречная система безопасности. А я не боюсь. Да, слушаю. Это вас. Ну что, Матвей Федорович, приятно услышать мой голос вдали от родины. Очень. Прогуляемся? Не догадываешься, почему я здесь? Есть соображения, но я сейчас к отношениям не готов. С детьми отдыхаем. У меня есть предложение. Ну? Через месяц я вступаю в право наследования и готова вернуться к прошлому варианту. 50 на 50. Ну что ж, я против.
Я вообще не понимаю, почему ты распоряжаешься моими деньгами. Ты что вытворяешь? Вас всех посадят. И детей твоих недоумков. В тюрьму. Из-за тебя. И ради чего? Что ты пытаешься доказать? Доказать то, что все это мое, как я и говорил. Матвей, возвращайся домой. У тебя нет шансов. Пока. Пока. Шопен, пап. Минус полтинник. С каждого. Ребят, вставать надо. Тоже не спится? Типа того. А ты что, решил признаться в братской любви напоследок? Почему? Просто поговорить. Ведь скоро все по-другому будет. И после ограбления в любом случае разбежимся. Не переживай. На допросах и очных ставках еще наговоримся. А у тебя большой опыт? А это что-то меняет? Нет, просто... Я не знаю, как ему сказать. Мне кажется, я не смогу отключить систему питания. Я сегодня пробовал в тестовом режиме, и пока тупняк. Да. Отличная у нас команда. Диковатый бульдозерист, идиот с пушками, психолог, сектант, которому самому нужен психолог, и безрукий хакер. Но тебе-то это зачем? Неужели по семье соскучился? Да, соскучился. Послушай, Коль. Не надо тебе никого грабить. Просто, просто уезжай. Папа от своего плана все равно не откажется, так что справимся как-нибудь. Не, я вас не брошу. Дидье! Oui. Да. Ты ничего не чувствуешь? Месье? Месье. У нас проблема.
Запах исходит откуда-то из ячеек. Возможно. Звоните в санитарную службу. Пусть приедут и найдут источник. И закройте пока отделение. Не хочу, чтобы запах распространился на весь банк. Здесь второй с пушкой. Добрый день. Вас беспокоит Банк Нация. Бонжур, мадам. Добрый день, мадам. У нас чудовищный запах в хранилище. Мы не понимаем, что это. Ничего не трогайте до нашего приезда. И выведите всех посторонних из банка. Это может быть что-то опасное. Благодарю, месье. Пожалуйста, поторопитесь. Собираемся быстро. Прямо сейчас? Вы же на пятницу назначили. А мы все это не зря учили. Олег! Жду сигнала. Что с энергосистемой? Я пытаюсь. Есть, готов включать по вашей команде. Альфа, пошли. Принято. Спасибо, что так быстро. Пройдемте за мной. Чувствуете? Это же невозможно терпеть. Люси? Люси, прошу вас. Этот умник думал, что его из пустыни сразу в суд повезут. Пришлось прострелить ему руку. Вот такая история. Ты это видишь? А что такое? Санэпидслужба. Ну и что? Разве это так пишется? По-моему, нет. Что за черт? О, нет. Только не эта ячейка. Давай, приготовься. Олег! Тревогу! Олег, тревогу, быстро! Заблокировать систему! Господи, что происходит? Эвакуировать персонал! Быстро, быстро! Так, все, быстро! Это что? Твою мать!
Можно мне хоть одного нормального брата? Извините, это не то, что вы думаете. Джесс, это какое-то недоразумение. Блин! Этот урод забрал ключ! Вы куда? Домой. Чё, просто нас кинете? Ну да. Кидать родных в такой ситуации? А кто тебе здесь родной? Как? Вообще-то мы банк вместе грабим, не чужие люди. Знаешь, я тебе дам один совет. Если уж решил стать вором и взломщиком, будь его. Нельзя на двух стульях усидеть, Коля. О, имя запомнили, да? Спасибо. Знаете, я понимаю, для вас-то ничего не изменит. Но если уж последний раз видимся, если честно, всю жизнь мечтал, что отца встречу. Настоящего. Представлял, как оно все будет. Не ради миллиарда, а вот так. Просто. Если бы я знал, какой бы, я бы не пришел. Знаешь, в одном ты прав. Сейчас это уже ничего не меняет. Да пошел ты, папа. Ребята, а что происходит? Плохие новости надо сообщать сразу, без этого выражения лица. Спецназ полиции уже на месте. Поехали, посмотрим представление. Меня кто-нибудь слышит? Прием! Дельта. Я Дельта. Чем помочь, брат? Жор, уходи с прессы где-нибудь. Что с отцом? С сестрой, с братьями? Прием! Где же тут запад, а? Сюда. Всем стоять! То есть лежать! Спокойно. Кажется, напали на ячейки, пришлось эвакуировать персонал. Там остались несколько сотрудников безопасности и шеф. Добрый день. Меня зовут Раф. Рафаэль. Да. Я полицейский психолог. Ви? Да. Вряд ли кто-то из нас хочет, чтобы пострадали люди, правда?
Вы понимаете, сейчас достаточно непростая ситуация. И нам всем важно оставаться в зоне комфорта. Чё ты там несёшь-то вообще, а? Вы полностью, полностью согласен. Никому не нужен стресс. Я понимаю, вы волнуетесь. Правда. Закройте глаза. Абстрагируйтесь. И представьте, что ваша карьера никак не связана с результатом сегодняшней работы. К ячейкам не подобраться, там этот, со стволом. Какой же ты идиот. Ты хотя бы понимаешь, что сейчас будет? Вот-вот начнется штурм, и мы отсюда даже не выйдем, нас тупо положат. Ребят! Я тяну время, но надолго этого дилетанта не хватит, серьезно. И? Да. Относитесь к этому как к тренировке. Представьте, что вы просто выполняете тест. Нет! Все, стоп! Мы сейчас сдаемся, выходим с поднятыми руками. Ага, хрена с два. Че ты творишь? Значит, слушайте все сюда! Так, понарошку. Сейчас начнем озвучивать наши бандитские требования. Чего? Ну что, думаешь, я совсем дурачок, что ли, сестру родную завалить? Все дернется! Я башку снесу нафиг! Скажи им, пусть машину подгонит бронированную. Я сотрудница безопасности банка с русской стороны! Он сумасшедший! Не стреляйте в меня при штурме! Я не нафиг машину, лучше вертолет пусть пришлю. И пожрать часть! Пиццу! И все там у вас! Морепродукты! И запить! Что происходит? Здесь есть кто-нибудь, кто говорит по-русски? Я говорю по-русски. Вы можете объяснить? Нет. Стой! Стой! Куда тебя несет? Колян, братан, здорово! Тихо, я враг, типа! А, я понял! Стоять! Замерли! Замерли все! Пока я всех родственников не перезавалил! Замерли! Вали отсюда, быстро! Они разрешили осмотреть состояние заложника! Я доктор! Он говорит, что он доктор. Со мной! Замерли! И больше ни о чем не переживайте. Братан! Эд! Зацени, кого привел! О, всего наилучшего. Братишка. Алло, народ, там спецназ собирается штурмовать. Так и нахрена ты сюда приперся? Вас предупредить. Там у ячеек все равно этот чувак сидит, туда не подойти. Тебе сюда кто притащил? Так, ребят, успокойтесь. Дело в реализации внутреннего комплекса. Ты подсознательно пытаешься получить одобрение отца, доказав ему, что ты чего-то стоишь. Понимаешь? Забейте, нет больше никакого отца. Да хрен с ним, его и раньше не было. Самим придется все разруливать. Если мы не получим эту расписку, сядем лет на 20. А так эти обвинения в налете скосят. Нам ключ нужен. Так там же этот зверь сидит, этот. Я, конечно, не уверен, но ячейки обычно из тонкого металла делают. Отожмем? Отжать эту тему. Мы с Олегом пойдем, а вы тут оборону держите. Коль! Осторожней! У нее два патрона осталось, я считал. Два! Ну, видимо, ошибся. Дай! Вы в кино заложники! Если вы не сдадитесь, начнем расстреливать по 10 человек в час! Чего? Расстреливать по 10 человек в час! Мы можем по 15! Братуль, сейчас Лейнфрима блефуем! Понял? Сдавайтесь, или мы начнем прямо сейчас! Че там по-русски не понимает? Драма с захватом заложников разворачивается в прямом эфире. По неподтвержденным данным, это может быть делом рук организованной преступной группы из России. Однако никаких требований налетчики пока не выдвинули. Месье, чашку кофе, пожалуйста. Мы здесь надолго. Им все равно не выбраться. Les témoins que nous avons réussi à interroger soulignent une violence sans précédent à laquelle ils ont dû faire face lors du matage.
По сообщениям полиции, сейчас профессиональный переговорщик делает все возможное, чтобы убедить бандитов сдаться. Но правоохранительные органы готовы к любому развитию ситуации. И в эти минуты все силы спецназа окружают банк, чтобы исключить любую возможность прорыва преступников. Штурм осложняет тот факт, что внутри по-прежнему находятся заложники, в том числе руководитель отделения банка, который скрывается от преступников в своем кабинете. Это кто? Это ваш? Да. И, видимо, он знает, что делает. Похоже на то. Что это значит? Я думал, ты знаешь. Так я на тебя смотрю. Я ничего не понял. Парни, внимание. Приготовьтесь к штурму. Обходим здание. Убрать оружие! Элит-отряд Кобра! Кобра? Какая еще Кобра? Стой, где стоишь! Стой сам! Что у тебя за акцент? Марсельский! Марсельский? Чтоб ты знал, Марсельский у меня! Это что, он? Бать, ты как? В порядке? Привет, детки. Ты нас бросил. Ну, вернулся же. И почему из-за денег? Мы прямо сейчас это будем выяснять? Да, здесь сейчас. Ну, хорошо. Я вернулся не из-за денег. Хотя из-за них тоже. Я просто поставил себя на твое место. Я спознал, что у меня есть дети. Пробирочные, непробирочные, какие угодно. Я бы их не бросил, чтобы не случилось. На, поддерживаю. Я бы тоже детей не бросил. Я бы их воспитывал. Правильно говоришь. Ой! Да, Вась, аккуратно, ты только не крякни. Нам еще яд пилить. Все, все, все. Все, встаю. Ладно, уж идите. Давите, у меня броник 20 килограмм. Извините, Матвей Федорович. Извините. Ну, чего уж там.
Давай, папа. Ячейку-то открыли. Ключ нужен. Разберемся. Деньги он может не взять. Ждите здесь. Месье Левин? Сюрприз. Сюрприз, не правда ли? Вылезайте. Если вы думаете, что я скрою вам ячейку, вы заблуждаетесь. Уверен? Боже, свобода с распущенными волосами. Э! Братику с сестричке нельзя. Родите потом каких-нибудь придурков. Так, Ланнистер. Надеюсь, месье, это будет наша маленькая тайна. Да, между нами. Дай ему в глаз для убедительности. Десять лямов монетка. Подлечишься. Папа! Спокойно, детки. Папа все решит. Я владелец этого банка. Бумага у меня в кармане. Сейчас. Нет, месье. Я владелец этого банка. Подождите. Отпустите ее. Она наш сотрудник, работала под прикрытием. То есть ты не моя сестра? Офигенно. Эти люди захватили заложников и напали на полицейских. Они будут арестованы. И к вашей сотруднице, кстати, тоже есть вопросы. Ирина Леонидовна. Ир, давай без обид. Забирай все себе, а пацанов не сажай. Они же ни при чем. Будь человеком. Excuse me, sir. Господин комиссар, подождите секундочку. Валите все на меня. Медуш, ну это общий косяк. Опять при папе посидеть решили? Полтинник с каждого. Extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love. Я, конечно, догадывался, что нас не просто так досрочно выпустили.
Я старалась. А, ты, кажется, дружбу предлагал? Ну да, ты ночей не спала. Все думала, дружить или не дружить. Или что-то случилось? У меня проблемы в Лондоне в офисе. А, появилась самозванка. Говорит, что папина дочка. Твоя помощь могла бы пригодиться вместе с твоей командой. Поехали. Бокальчик. Не хочу показаться меркантильным, но договор о миллиарде все еще в силе? Не в деньгах счастье, сынок. Мы свое по-любому возьмем. Давай. Ну вот в кого он такой? Опять из своей Франции. Следователи будут предъявлять обвинения. У вас есть алиби? Ну, конечно, есть. В это время я пытал людей в Будапеште. У вас вообще есть лицензия на оружие? Да мне и так мешают стрелять. Познакомься. Кто может толкнуть вас на преступление? Санкции могут? Ответных действий стоит от вас ждать. Будет продолжение. Ребят, ну заканчивайте уже. Михаил, ответьте на вопрос. Михаил, посмотрите в камеру. Welcome aboard, братан. I don't know.